Прихожане храма преподобного Сергия Радонежского встречают православные реликвии, крест, ковчег с мощами, частицу погребальной доски и вещи архимандрита Гавриила Ургебадзе, одного из самых почитаемых святых в Грузии. Всю свою жизнь монах посвятил вере и служению людям. Возвел во дворе дома церковь, реставрировал иконы, претерпел гонения и пытки. Он говорил: «Человек без любви подобен кувшину без дна». То есть все его проповеди, все его обращение к людям было именно вот на любви. Он был прославлен в лике святых 20 декабря 2012 году, через 17 лет после смерти. Это большая редкость. То есть для того, чтобы прославить кого-то вот в лике святых, то есть канонизировать, нужно, чтобы прошел длительный срок. Святыни в Туголецкий храм доставили грузинские журналисты, а преподобном старце репортеры сняли 3 документальные картины. Одна из лент получила гран-при на Кубанском кинофестивале православных фильмов. Сюда же гости привезли икону. На ней изображены Серафим Саровский и Гавриил. Он является великой любовью и чудом 20 века, который объединяет в столь многомятежные времена каждого человека. Особенно вот сейчас, что творится во всем мире, мы знаем. Но один из таких заступников, который подбадривает, который просто не дает упасть, это и есть наш старец Гавриил. Поклониться святыням и попросить о самом сокровенном все желающие могут до 5 декабря. В эти дни храм открыт с 9 утра до 8 вечера. После воскресной божественной литургии и молебна мощи увезут в Лядинский Благовещенский мужской монастырь. Затем они вернутся на родину, в Грузию. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.